В самом центре Кургана жители дома номер 27 по улице Ленина уже несколько лет не могут дождаться капитального ремонта фасада своего здания. В особенности внешней части стены на третьем и четвертых этажах четвертого подъезда, где за это время, начиная со строительства дома, выпавшие блоки и кирпичи создали условия для игры в тетрис. Ремонт пообещали сделать в течение 2 месяцев фасада, здания и крыши. Как бы администрация города, есть официальный сайт, но это все затягивается, и вот срок уже продлили до конца года. Очередного переноса ремонта можно было бы избежать. Летом прошлого года к необходимым работам на памятнике архитектуры приступил один из курганских подрядчиков. Для работ он привлек строителей из соседней республики. Вот только эти рабочие не имели регистрации на территории РФ. Работы начались. Правда, продолжились они всего 2 дня. После строителей и ремонтников депортировали на родину. Злополучный подъезд в доме вновь остался в плачевном состоянии. Почему сложилась данная ситуация и когда она будет разрешена, вопросы мы направили в городскую администрацию. Ответ из городского департамента ЖКХ. Ведется предварительная работа по разработке проектного решения на выполнение противоаварийных работ по восстановлению наружного участка наружной стены в пределах 3 и 4 этажей 4 подъезда дома номер 27 по улице Ленина. Информацию о дальнейшем развитии событий ожидайте в следующих выпусках. Дмитрий Долгих, Владислав Базалев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру.